Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Да-да, хорошо нас было слышно. Трудно спорить. Так, не расслабляемся. Это еще не все. Блин, как же здесь мерзко. Ух, жутко. Да у того не знаю. В Silent Hill попал, блин. Только болотная версия. Так. Ну, на эту сторону мы-то добрались. Только мы еще все еще на территории болот. Так, а здесь живут эти. Да сдохни ты уже наконец. Все еще живы. Мы пережили эту встречу с местными. Кое-как с горем пополам. Так, надо осторожней. Артём, если ты меня слышишь. Так, это правильно, что я сюда зашел. Так, еще раз на такие ловушки попадаться. Артём, повторяю, если ты меня слышишь, иди. Артём, если ты меня слышишь, это Анна. Ждем тебя в церкви. Повторяю, Артём, это Анна. Мы тебя ждем. А вот вход в церкви. Если ты меня слышишь, следуй к церкви.
Ну и жутковато здесь. А сейчас мы сейчас, наверное, голоса призраков. Где ты, тварь блохастая? Артём, если ты нас слышишь, мы на другой конце улицы. На другой стороне этих... Так, не палимся. Так, там вроде ничего полезного быть не может. Тихонечко. Вижу, ты про нас не забыла. Жуткая, мерзкая тварь. Так. Тут вроде больше ничего полезного нет. Так. Тихонько, тихонько, парни. Нас здесь нет. Все норм, парни. Ладно, пожалуй, на этом мы прекратим нашу серию. До встречи в следующий раз в этом жутком, страшном до усрачки, мать вашем месте. Всем счастливо, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Удачи!